Всем привет-привет, ребята! Сегодня мы поиграем в Roblox Чуму 2. В Чуму, можно сказать, в Чуму 2, она называется Чуму 2. Но была Чума 1, сейчас, короче, обновление вышло. Вот, в общем, и, кстати, да, сегодня я поиграю на компьютере, вот, видите, короче, я здесь такая, правда, у меня здесь другой аккаунт, потому что... Так, и сейчас мы голосуем за карту. Ну, давайте вот эту выберем. Вот, и, как вы знаете, наверное, чума – это инфекция, страшная инфекция. Вот, и вначале кто-то будет заражен чумой и будет заражать всех. И там в конце показывают результаты, кто выиграл – жертвы или зараженные. Вот. Поэтому, в общем, у нас вот такая вот карта сейчас. Это какая-то морская карта, в общем. И давайте осмотримся. Так, у нас есть 15 секунд на то, чтобы спрятаться. Ну, чуть-чуть больше, потому что уже я поболтала немножечко вам. Так, господи, я сейчас не успею спрятаться. Боже, я боюсь. Сейчас кто-нибудь станет чумой. Надеюсь, не эта девочка или та, которая мимо. Кто? Боже, кто-то. Я боюсь. Я жутко боюсь. Смотрите, мы можем спрятаться вот сюда. Господи, вот он! Он, надеюсь, меня не видел? Вот этот зараженный. Капец. Господи, он такой фиолетовый, страшный. Так, давайте будем сидеть в бочке. Кстати, у нас тут появился глазик. Мы можем понаблюдать. Боже, он заразил девочку. Нет! Девочка. Девочку заразил. Смотрите, какой он страшный. Боже, еще одна девочка. Еще одна девочка. И еще девочка. Боже. Куда-то он делся. А, он, наверное, вышел. Боже, надо как-то переключить. Ну, давайте вот так вот. А, надо переключить. Так, смотрите, тут написано на кнопку И. Вот, мы можем переключать на И. Вот, она одна, походу, сейчас зараженная. Потому что больше не работает. Боже, ну что-то, вон, смотри, два человека. Наверное, у нее что-то лагает, что ли, не знаю. Играю сегодня одна без своих друзей, но не получилось собрать там всех, поэтому играю так, как есть. Как получается, в общем. Так, смотрите, здесь у нас есть, у меня какие-то тут штуки есть, у меня второй уровень уже. Я уже играла тут за кадром, попробовала, мне понравилось. Я была чумой один раз, мне это очень классно было, зараженный, в общем. Смотрите, тут можно какие-то бананы купить. Еще куча всего какие-то. Радио можно купить. Это 500 стоит. Опа! Я радио купила. А, так. Я какое-то радио купила. Что я купила? Смотрите, инвентарь. Не, ну у меня показывает 0. Ладно, будем разбираться попозже. Так, я вообще тут ничего не знаю. Играю второй раз. Не считая без кадра то, что я играла. Так, господи. Ну, тут у нас одна водящая, как можно понять. Вот, поэтому вряд ли она сейчас кого-то заразит, потому что у нее что-то лагает. Но, надеюсь, следующая игра будет, конечно, у нас получше. Воды будет. Например, буду я водой. Я хочу быть зараженной. Это классно. Так. У нас тут обычно какая-то музычка играет, но что-то сейчас ничего не играет. Ну да ладно. Вот я купила радио какое-то. Смотрите. О, нет, еще есть зараженные. Круто. А почему я не могу? Вот, все, переключаю. Переключаю. Вот у нас много зараженных. Господи, много зараженных, это плохо. Ой, нет, не иди ко мне. Не иди, пожалуйста, умоляю, не иди. Не иди. Нет, целых две. Господи, она проверяет почки. Не проверяйте мою, я вас умоляю. Не идите ко мне. Пожалуйста. Боже мой, долгое молчание. Я просто боюсь. А не смотрите, как рядом. Нет. Фух. Мне страшно.
О, смотрите, вот у меня радио появилось. Господи. Нет, зачем я его показала? Нет, нет, помогите, спасите. Нет, 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 нет. Убегаем, убегаем. Зачем я радио показала? Зачем? Господи, нет, 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 нет. А, я чума, я зараженная. О, и все, игра сразу закончилась. А, у нас время закончилось. А, господи, как громко. Зачем так громко? И... Боже. Так, вот сейчас играет музычка, да. А, и у нас тут, в общем... Как его? Вот такие результаты. У нас там столько заинфицированных было, и две жертвы осталось. Поэтому я как бы проиграла, а жертвы выиграли. Меня же заразили в итоге. Потому что я радио показала. Но, кстати, я его так и не использовала. А чего они туда... А, это вип-комната? Они пытаются проникнуть в вип-комнату. Боже, умно. Давайте попробуем проникнуть. Проникаем. Боже, что происходит? Смотрите, посмотрите на меня. Что происходит? Люди, подавите меня немного. Подавите, я хочу туда попасть. А, кстати, мы сейчас голосуем за карту, но да ладно. Я хочу пропустить голосование. Я хочу вип. Я хочу вип. Давайте, протолкните меня туда, протолкните. А, нет. Нет, нет, нет. Да блин, протолкните! Боже, подождите, что происходит? Там что, какое-то секретное место? Я видела только что, там кто-то туда залез. А, да, я помню, я за кадром играл, я случайно тоже хотела в VIP проникнуть, я, кстати, уже проникала в VIP. Вот, и, в общем, короче, это... Как бы сказать-то? Боже, давай, залезай, залезай, Света, залезай. И, в общем, это... Как бы сказать-то? Что я говорила вообще, люди, я забыла. Я что-то говорила там? Боже. Так, кто чума? Фух, не девочка, которая со мной сидит. Закрой, закрой, закрой. Подождите, а у меня теперь радио нет. А, блин, надо было тогда не доставать радио. Ну, я его достала, и, типа, у меня они уже на следующую игру его отняли. Капец. Девочка, не толкайся, пожалуйста, не толкайся. Не толкайся! Вдруг ты меня за карту выкинешь. Хорошо? Боже, не толкай. И не пали, пожалуйста. Боже, так, давайте понаблюдаем. Вот у нас есть зараженная. Боже, нет. Сейчас она еще заразит. Вот это уже нормальная вода. Боже. Розовый чувак. А теперь, кстати, розовые. Тогда, по-моему, фиолетовые были какие-то чуть-чуть. Или и такие были. Ладно, я не помню. Еще одна зараженная. Круто. Вот это вот хорошая вода. К моему несчастью, потому что она меня может поймать. Давайте переключим. Вот у нас есть еще ребята. Зараженные. Так, еще 8 игроков осталось. Еще 8 игроков. Надеюсь, никто из них ко мне не приблизится. Нет, 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 нет. Боже, боже, боже. Не иди, не иди. Падай, падай, падай. Есть, молодец, молодец, молодец. А, она увидела там девочку. А почему она не заражается? Тут, видимо, какой-то иммунитет есть еще специальный. Круто. Так что в любом случае мы, наверное, выиграем, потому что она же не заражена, по идее. Боже. Ну, спасибо, вот у тебя есть иммунитет, поэтому спасибо. Ты вот ее отвлекла от меня там. Потому что... Боже. Этой девочки уже нет. Потому что она ко мне могла прийти. В общем, боже, они рядом с этой штукой ходят очень. Очень-очень рядом, господи. И... Нет! Там поднимается. Там девочка поднимается. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, у меня рука торчит. Так, господи. Я хочу хотя бы один раунд выжить. Так, и... Где эта девочка? А, она спрыгнула, походу. Слава богу, она спрыгнула. О, можно в мусорке прятаться, офигеть. Кстати, я могла бы спрятаться. У меня же аксессуаров, там крыльев никаких нет. Я могла бы спрятаться. Но я не знала, кстати, такое место.
Поэтому так. Вот зараженные еще. Вот, боже. Сколько их много? Ну еще 6 людей. Еще 6 людей. Боже. На Кью, чтобы вернуть обратно. На Кью. Где у нас буква Кью, люди? А, боже, я компьютером не очень умею пользоваться. Господи, меня сейчас заразят там. Вот. Она пытается подняться туда. Нет, пожалуйста. Пощади, не надо. Нет. Все, мне капец, походу. А, нет? А, да. Да-да-да. А, ну все, да. Я уже не было смысла бежать, мне некуда было бы бежать. Так что же, 5 игроков осталось, надо их искать скорее. А, ну да, я не очень хорошую нычку нашла. Смотрите, это зараженный? Да, это зараженная девочка. Боже, а теперь мы не можем наблюдать. Да-да-да, потому что меня заразили. А, печальненько. Боже. Хотя чего мне бояться? Ну все, 10 секунд остается, да, мне есть чего бояться, потому что я не успею никого заразить, и мне дадут 0 очков, потому что я никого не заразила. А, ну, да ладно. Боже, 2 человека оставалось, 2 человека. И вот, смотрите, если вот так нажать, это 2 человека заразило, это 0, 1, 1. Я вот так же 0, 3 вот этот вот чувак, или девочка, не знаю. А, нет, тут вот ник, а это сколько инфицированных, в общем. А, короче, да. Так. Боже. Так. Уберите от меня эту табличку скорее. Так, я хочу VIP. Дайте мне VIP проникнуть, пожалуйста. О, боже, нет, не туда. Я пошла не туда. Дайте мне проникнуть, VIP. Толкните меня, пожалуйста. Господи. О, чувак проник. А-а-а, круто. Меня еще толкните меня, пожалуйста. Толкните меня, я хочу туда. А, вот секретка, которую я вам хотела показать. Блин, как туда теперь забраться, не знаю. О, боже, девочка. А, нет, я думала, она проникла. Короче, вот туда. И вот туда еще повыше. Ну, короче, вот там вот, смотрите, вот за эту вот штукой, походу. Вот там вот, вот здесь вот. И там вам дадут медальку. Мне уже там дали, правда, блин, надо было на видео, но да ладно. Я так решила поиграть. Вот так вот подпрыгнула как-то высоко куда-то. О, он там танцует, круто. Блин, ну дайте туда пробраться, пожалуйста. Это спасение от чумы. Там нас чума не тронет. Ладно, тронет, потому что у нас раунды будут проходить в любом случае. Но это как бы, в общем, так. Нет, я постоянно тут оказываюсь. А мне надо ноги туда, а голову сюда, и тогда я проникну. О! А, люди! Ей! Я проникла в VIP! Ура! Я читер! Я проникла в VIP! Ей! Смотрите, у нас тут есть такая комната отдыха. Здесь мы можем спастись, телек посмотреть. Или это не телек, а это антенны, может, какие-то. Вот, очень круто. А танцевать, по-моему, и дэнс надо нажать, только я не знаю. Сейчас, люди, подождите. Там и дэнс надо написать. Только я не знаю, как это. Вот. А, нет, не вот. В другую сторону. Вот. А, блин. Да не туда. Вот. Вот. А, или нет. Или не вот. Так, подождите, господи. Мне надо букву вот сначала... И... Да блин, у меня русский язык стоит, капец. Ладно, все. Пофиг. Зато... А, почему? Подождите. О, люди! У них игра началась, и меня не перенесло. Что за бред? Неужели VIP реально спасает от чумы? Боже! Я не верю, что такое случилось. Или это просто какие-то глюки в игре. Я уже проникала в VIP. И, короче, как это? А, я не оставалась там. Ой, ну да, я переносилась в игру. А, боже.
Походу, я тут надолго. Выпустите, пожалуйста! Блин, сначала говорила, впустите, а теперь выпустите. Ну да-да. Это же я, подтолкните. А, господи. Нет! А как вот, если вот VIP, кстати, купить? Кстати, вообще, зачем VIP покупать, если можно проникнуть? Взломать VIP можно! А зачем туда проникать тогда? Ой, покупать зачем? Кстати, осталось 7 человек, ладно. У них, кстати, магазин, это моя любимая карта. И там вот есть, вот в этом магазине, суперское место. Это моя любимая карта. Печально. Ну, ладно. Я не понимаю, наверное, какие-то глюки просто произошли. А, кстати, подождите, я могу выбраться. О-о-о! Люди, что за фигня? Ресет, смотри, я не могу. Я тут осталась на все игры. Походу. Нет, я хочу играть. Это же не страшно. Ладно, это страшно. Хорошо, выходим. Выйдем. Что поделать-то? И зайдем заново. Ладно, ничего страшного, люди. Ну реально, это какой-то облом. Ну не облом, просто реально я там осталась. И что бы я делала? А, конечно же, надо выйти из игры или сделать... О, боже, я чуть опять не проникла, просто я уже туда по привычке иду. Все, я больше не буду. Ну, это просто как? Как это случилось? Я не понимаю. Ладно, так, у нас еще 3 минуты ждать, боже. Ну, да ладно. Боже, вот же не заражу. А почему он белый, а не фиолетовый? А, может, еще не прогрузилась до конца? Боже. Так, вот эта вот девочка у нас. Этот парень. Это девочка и парень. Все. Все. Остальные никого еще не заразили, походу. Да? Вроде как да. 9 игроков осталось. Найти. И... Боже, я прям хочу туда пойти сейчас снова, но я не хочу, но, люди, это вообще жесть. А, боже, голый чувак только что был. Как? Почему? Вообще, как я там осталась? Я такая болтала. Блин, как они перенеслись в игру? Они меня забыли. Боже, чувак... Он хотел кое-что мне сделать. Ладно, короче. О, магазинчик есть. Смотрите, давайте еще раз радио попробуем купить. О, я купила? Да, я купила, у меня там написано одно было. Так что все нормально. А, может быть, включим музончик какой-нибудь. Я, правда, не умею музончик включать, поэтому да. Как это сделать? А, это AFK. Понятно. Так, хорошо. Тогда просто у меня мутно стало, и я нажала AFK случайно. Понятно. Понятно. Господи, как сюда пробраться. О, 6 игроков осталось. Так, этот. Этого мы уже видели. Девочка. Вот еще одна девочка. А, боже, такая же девочка. Подождите, смотрите. Они одинаковые? Или мне так показалось? Это прозвище, да? Боже, двойняшки. И все. Вот эти вот все. Подождите, или кто там был? А, это вот эта девочка. Все, понятно, да. Раз, два, три, четыре. Четыре. Ага, понятно. Еще 6 игроков. Ну что ж, 50 секунд осталось, пока я тут болтала. Так что все норм. Сейчас сыграем последнюю игру. И будем заканчивать, потому что уже 20 минут видео идет. Давай, ищи, ты найдешь. Я верю в тебя. Ты найдешь. Боже. А, это чувак, ты меня напугал. 25 секунд? Ну не, все, мне кажется, они больше не найдут. Ну, вряд ли, по крайней мере. А, опять воды плохие попались, как говорю. Давайте все-таки попробуем. Не имею туда в виду. Боже, вот сюда вверх хотела. Да нет, боже, я сейчас в VIP случайно снова попаду, и будет капец.
Вот. 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 Смотрите. Вот здесь вот такая вот дверка. Блин. Вот. Да. И там, если вы зайдете, там будет создатель игры, наверное. Вот. И тогда, короче, это. Вот. И, там будет создатель игры и... Как его? Вам дадут медаль, в общем, если... Ну, если вы не знали так. Я просто случайно узнала, мне никто не говорил, честно. Честно, мне никто не говорил, вот. Я сама узнала, просто прыгала в VIP. О! И случайно запрыгнула вот в эту вот дверку, вот здесь вот сбоку. Вот реально, случайно прям. А сейчас вот у меня не получалось запрыгнуть, а тогда я как-то случайно умудрилась запрыгнуть. Вот, и мне дали медальку. Но, к сожалению, это было за кадром, поэтому... Капкейк-кейк? Это он туда, что ли, пробрался? Так. Да блин. А, я со стороны заходила, понятно. Со стороны, вот сюда. Вот, я как-то вот так вот прыгала тогда случайно. Вот, это он, капкейк? Капкейк? Подождите. Нет, это другой. Это вообще девочка, походу. Ну, просто она написала что-то, ое, что ли, ну, не по-русски, скорее всего, да, вот она по-английски, но я подумала, что это, типа, она русская, вот, типа, ое, что я получила медальку, но нет, это не она была. Это вообще был он, но я подумала, что это он. Я подумала, что это он, а это вот это, походу, да, лысая. Так, стой же, голосуем за карту. Я хочу New Italy... А, ну не, на этом мы играли, на Сити там негде прятаться практически. Вот давайте новую Италию, по идее. У Нью это новый, Италия это Италия. Поэтому да. Вот так. Что же. Я хочу быть чумой, выберите меня чумой, пожалуйста. Ну сейчас, может быть, и не повезет, я не знаю. Тогда я просто чувствовала, что я буду чумой, и я стала чумой. Это круто. Это круто. А, так. Так. А, боже, 12 секунд, чтобы спрятаться. 10, нет. Я сейчас, походу, опять заражусь от всех. Так, смотрите, тут какая-то нычка. Лабиринт какой-то. А, нет, я опять куда-то вышла. Нет. О, все. Смотрите, я не чума. Думаю, это хорошо. Смотрите, у меня есть радио, давайте. Боже, чувак, пожалуйста, дайте мне использовать радио. Есть. Танцуем, люди! Я включила радио. Это круто. Ля-ля-ля. Ну, думаю, меня сейчас так найдут, потому что по звуку будут идти. Ну, да ладно. Я обожаю радио. У меня другие обычно включают. О, девочкам привет. С такими же волосами, как у меня. Но на самом деле у меня другие волосы. Кто не знает, посмотрите мои видосики. В жизни. Вот. Танцы, шманцы. Один из игроков еще осталось. А, ну давайте понаблюдаем. Блин, так музыки не слышно. Не, я тогда буду музыку слушать. Потому что я так не хочу. Смотрите, мы можем другую поставить. Ну-ка. А, ну это заново, понятно. Танцы, ура! Я даже не хочу его убирать, ну реально. Крутая музычка, ура! Видите, это легко, просто надо нажать и play нажать. Боже, я теперь опять заново запущу. Ну давайте, ладно. Вот начало прикольное самое, мне кажется. Ну, не знаю, как вам, но мне кажется, прикольное начало. Такое вступление. И так мы будем еще стоять 2 минуты. Кстати, давайте попробуем сейчас и данс написать. А, не, у меня же русский язык, да, я забыла. Ну, да ладно. А переключить я сейчас не смогу. Печалька. Ну, ладно. А так бы я танцевала с радио, это было бы круто. Кстати, меня что-то не могут найти, что ли? 8 игроков, но было 10, значит, кто-то все-таки ищет. Нет! Нет! Зомби пришли за мной! Зомби-апокалипсис! Боже, нет! Музончик пропал! Что
вы сделали? Что вы натворили? Музыку испортили? Нет! Ну да ладно. Ну такая прикольная музычка была. Боже, так тихо теперь без музычки, скажите, люди. Реально. Моим ушам, по крайней мере, тихо очень. Так, 7 игроков, потому что меня нашли. Вон девочка, заряжаем. Заражаем девочку. Не уходи. Отлично, все. Заразили девочку. И осталось 6. Боже, где люди спрятались? Ну да ладно, а то так неинтересно было бы стоять 2 минуты, да. Кстати, я сказала, что будем стоять время, 2 минуты, в общем. А меня поймали такие, ну сразу, по-моему, после того, как я сказала. Кстати, уже 4 игрока осталось. Так, вряд ли в этом лабиринте кто-то еще есть, потому что я там одна, по идее, была. Так. Ну, кстати, та девочка ушла, она со мной слушала музыку, это, по-моему, та же. Вот, и она запомнила, что я там сижу, и привела туда кучу зомби. Ах ты, злая девочка. Так, подождите, это добрый чувак? Да, он не заражен, заражаем. О, еще девочку нашли. Заражаем людей. Точнее, я заражаю, ну да, я нашла. Ну, чувак, ну подожди, дай я тебя заражу. 10 секунд. Заражайся, быстрее. А, боже, куда-то он пропал. Ну, не, мне дали деньги, поэтому... Боже, нет, девочка, тебе повезло, тебе кругло повезло. Вот что я хочу тебе сказать, тебе кругло повезло. Ну да, и еще 2 человека мы все равно не успели, поэтому мы... В общем, они все равно поиграют. Ну, мы проиграли, в общем. Потому что меня заразили. Что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, как мы круто позаражались друг об друга. Вот. Надеюсь, вам понравился данный выпуск. Если так, поддержите... Боже, ну чувак, ну голый чувак, не надо меня, в общем. Вот, поддержите его пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи, всем пока-пока!